Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы играем в игру Minecraft на карте Солнечная система. Смотрите, значит. Очень интересная карта. Это типа скайблока, только Солнечная система. Смотрите, мы появляемся на Солнце. Вот мы, Солнце. Давайте рассмотрим каждую планету. На Солнце, допустим, да? Сейчас я расскажу про Солнце. Он у нас огненный шар. Под стеклом здесь у нас лава идет. Вот. И здесь у нас, так как на Солнце ничего нету, поэтому вот тут дали нам 64 дубовые доски. Мы отправляемся в путь. У нас цель Земля. Вот она, красивая Земля. И самое интересное, идет первая планета. Меркурий, вторая идет планета Венера, и последующая у нас идет наша Земля. Давайте мы ее посмотрим. Вот Луна какая большая, и планета Земля. Вот она. На планете у нас есть, значит, Рюндель, курочка, так, корова, очень хорошо, так главное вы не упадите. И овечка даже, смотри, овечка одна или две? А, две овечки, хорошо. Так, курочка. И где-то здесь еще был житель. Сейчас я посмотрю. Где? Так, жителя я не вижу. Ага, железный топор лежит. Так, ну где-то здесь есть житель, сейчас я посмотрю. Я надеюсь, он не упал, слушай. Но житель был. А, вот он, смотри, где он сидит. Так, ну житель у нас, кажется, один. Один всего лишь житель. Ладно. Хорошо. Так. Смотрите, как интересно, солнце у нас есть. И солнце у нас... Смотри, на этой карте нет солнца. Да, только вот это центральное. Ну, в принципе, интересно. Ну, необычно, конечно, необычно. Так, дальше, что здесь есть? Так, Луна у нас, да... Марс, естественно, четвертая планета от Солнца. И идут, естественно, кольцо астероидов. После Марса идет кольцо астероидов. Следующая планета. Кто знает название? Вот эта планета как называется? Я знаю, это называется Сатурн. Это называется Нептун. Это Плутон. Это у нас Уран. Да, точно, конечно же, Уран. Смотрите, как реализованы кольца у Сатурна, интересно, да? Да, так, и у нас Сатурн, Нептун, голубая такая газовая планета, и Плутон. Плутон, кстати, в каком-то году, не помню, убрали из списка планет. Вот. Ну что ж, я предлагаю начать играть. Так, давайте, пока я в креативе, запустим сюда яичко, вдруг вылупится цыпленок. Ну, вылупится, не вылупится, процентов мало. Ну, мы попробуем. Раз, два, три. А, у нас же бесконечное в креативе. Поэтому тут будет жить такой цыпленок. Хорошо. Давайте в карте будем играть и попробуем дойти до этого цыпленка. Посмотрим, будет он там живой или что с ним случится. Нам на задание спасти этого маленького цыпленка. Ну что ж, я предлагаю начать играть в эту игру. А вы, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам нравится, то будем дружить. Ну что ж, начинаем с планеты. Даже это не планета, а со звезды Солнца. Огненный шар. Отлично. Ну что ж, в путь.